Руководитель отдела полиции доложил о состоянии криминогенной обстановки. Анапским полицейским удалось задержать 5 жуликов, находящихся в федеральном розыске. Кроме этого, правоохранители в селе Цибанабалка обнаружили точку по незаконной реализации алкоголя, а в селе Витязево – подпольный игровой клуб. По поручению Сергея Павловича мы промониторили ситуацию по этим лотоавтоматам. Это так называемые лотерейные автоматы. На самом деле это те же самые игровые автоматы. На сегодня их порядка 12 штук, которые мы выявили только на территории. Вот просьба главам сельских администраций, Юрию Федоровичу и руководителям наших служб ЖКХ. Та же самая ситуация, что Сергей Павлович объявлял по поводу того, что подключаются, они стоят у кого-то на территории конкретно, кто-то с этого имеет какие-то там доходы, дивиденды. А на самом деле люди попадают, проверяют все, что есть, потом уезжают с территории города, дойдут на территорию, они начинают рассказывать о том, что у нас процветает этот игорный вид. Хотя документально они за флот-автомат, они запатентованы, у них там есть лицензия на работу, но это завуалировано, еще раз говорю, игровые автоматы, позиция будет однозначна в том, что будет. Миграционная служба, по словам начальника отдела Андрея Дубошина, в одном из санаториев на Пионерском проспекте выявила 27 граждан Таджикистана и Узбекистана, которых выдворили за пределы Российской Федерации. Кроме того, 370 иностранцев поставлены на учет. На территории города-курорта находится 400 граждан Украины. Из них 81 человек обратился к нам с заявлениями о получении разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Основная цель – это воссоединение семьи, люди прибыли к ближайшим родственникам. И 3 человека обратились с ходатайствами о получении статуса беженца. Ажиотажа по этой линии на сегодняшний день мы не наблюдаем. Если сравнивать с прошлым годом, то количество прибываемых граждан примерно такое же. В сельских населенных пунктах развернулась информационная кампания, в ходе которой сельским жителям специалисты жилищного отдела разъясняют, как можно улучшить жилищные условия с помощью муниципальной, краевой и федеральной программ. Вице-мэр Светлана Яровая попросила Управление имущественных отношений и архитектуры активнее работать с населением. В настоящее время 3 молодых семьи оформляют документы, продолжают приходить в отдел консультироваться и просят еще максимально изложить все эти вопросы, ответы в средствах массовой информации. Я хочу видеть на страницах нашего электронного СМИ вопросы от многодетных и наши ответы, ЛПХ наши ответы, почему изменился размер арендной платы наши ответы и так далее. То есть очень много тем, которые мы сегодня членораздельно до населения не доводим. Но это касается архитектуры, это касается ЖКХ, то есть максимально служб, связанных услугами, которые предоставляются населению. Сергей Сергеев призвал внимательнее относиться к сметам привлекаемых строительных компаний по-хозяйски. Вот посмотрим, сейчас спроектируют и начнут строить подземный переход в Анапске. И мне доложили, я хочу сказать, и для СМИ в том числе, что цена этого перехода 43 миллиона рублей. Вот посмотрите, за сколько частник сделает. Максимум 20 будет. А бюджет, да что там бюджет? У нас, посчитайте сегодня, Светлана Владимировна, я попросил совещание, самое серьезное по вывозу ТБО, собрать. Мы в день тратим 100 тысяч рублей на уборку города. Только города. Еще раз повторяю, 100 тысяч рублей в день. Вы представляете суммы? У нас блестеть все должно. С докладом о развитии отрасли торговли и потребительского рынка выступила начальник управления Ида Пахатенко. На сегодняшний день отрасль торговли – одна из основных бюджетообразующих, годовой оборот которой составляет около 13 миллиардов рублей. Всего на курорте зарегистрировано более 3500 объектов потребительской сферы, обеспечивающих работой 13 тысяч анапчан. Наценка на продукты составляет 20-30%, а на социально значимые продукты – не более 10%. Эту планку удается удержать благодаря систематической работе специальных групп народного контроля. Приближается курортный сезон, а вместе с ним и всплеск предпринимательской активности. И администрация, по мнению главы курорта, должна помогать. Это не должно быть просто словами. Вы выполняете просто рабочие функции. И когда вы видите этого человека, либо группу людей, ну вы думайте о том, как им помочь. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа регион.